скиф сюда, да? Чтобы вы понимали, Рабик Тугана основатель художественной школы, как минимум. Не, вообще. Он сам выходец из Северной Осетии. Про книжку скажите вашу. Книжку скажите. Я вам подарил. У него такие шикарные работы. Я надеюсь, что вы приедете. У него такие шикарные просто работы. И что обидно, это то, что значит, наш старый театр был полностью в работах Харбета Тугана. Это театр у нас горит. Скиф. Он был с Коджояном. Да. Марки Матрач, который хочет тебя поздравить, это будет. Вот это.
нельзя и можно. Кто их будет проводить? Вот двое нельзя, не царит. Какой воин без садиц? За что воевали? А тут и как пенсионер. Ну ты поставил человека в него, ты его жизнь выстрелил. А здесь вот есть беседа. Это и предыдущий. Короче, что-то можно сделать. Что-то можно сделать. Что-то Уйомер в втором торгуем. И его, да, вообще. Это идеальная картина для осетина. Ну, мы молчим. Вы же видите, что мы молчим, нет? Скиф, не подсказывай, пусть догадаются. Кто это? Догадайтесь, пожалуйста. А? Кто это? На кого похож? Скажет Гельгиев, как говорит, что без меня не видел. Скиф, ты тоже подойди. Лена, ты подойди. Вы встаньте, я сниму. Ой. Здесь царица Сарма. Посмотрите, небо. Царица Армении, сатаник надо написать. Нет, это Сатана, Мох Сатана.
Ну, сатаник, это же... Жена этого самого. Ну, говорят, это не жена Арташеса была, на самом деле. Ну, такая натурщица попалась, да? Нет, натурщица. Я хочу сказать, что Андрей Базаев настоящий бренесосед. Настоящий бренесосед. Нет, так. Кто же его не знает? Вы думаете, я первый раз его вижу? Возмущаю. Сегодня даже не вспомнил. Нет, как нет, в Владикавказе видели. Как же не виделись? Сегодня они даже не вспомнили. Точно? Просто ты так известен. Или это наша фейсбучная встреча постоянно. Мы виделись. Я сейчас вспомню, где мы виделись. 100% Не, ну так извини меня. Мы говорит, не виделись, потому что говорит, мы вместе не посидели. Сейчас. Не посоль, не а так, Павлич, сейчас тоже виделись.